Уважаемые друзья, гости, все, кто относится к нашей общине, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хакхалука Самея. С праздником, светлым праздником Хануки. Пусть свет миноры сегодня зажжется в вашем сердце и горит для Бога. Всегда пусть Господь Иисус зажжет это сердце, а этот огонь в вашем сердце. Вы, пожалуйста, не пугайтесь, я такой же смертный, как и все вы. Это просто костюм первого священника, поэтому чувствуйте себя спокойно, как это было утром. В утреннем служении. И обращайте особое внимание. Сегодня все евреи мира зажгли последнюю ханукальную свечу после захода солнца. Зажгли девятую свечу. Сейчас все, кто принес хануки, кто принес свечки и приготовил, пожалуйста, приготовьтесь. Сейчас мы все будем, выберите, кто будет, жена, муж, ребенок, кто будет зажигать. Сейчас будет музыкальное сопровождение. И все семьи, кто принес, я покажу порядок зажигания. Зажигается служка, первая, самая большая свеча посередине. И от нее мы зажигаем справа налево. Справа налево. У евреев все наоборот. У нас слева направо. У евреев справа налево. Берем среднюю свечу, служку, и поджигаем первую свечу справа, вторую, третью и так до конца. Пожалуйста, все, кто принес миноры, хануки, пожалуйста, сейчас музыкальное сопровождение будет. Всех прошу пройти и зажечь свои миноры. Пожалуйста, музыка. Наши чувства так крепки, наша цель единства и свобода.
наши все разожгли. Все очень молодцы. У нас сегодня замечательный день. Замечательный праздник. Последний день Хануки. Праздник света. Сегодня замечательная проповедь была, Володя говорил, что праздник света, он всегда отождествляет и указывает на единственный свет, который пришел на эту землю и стал светить в ваших сердцах. Имя Его? Иешуа, Господь Иисус. Здорово, спасибо. Еще у нас замечательный праздник сегодня. Мы накануне Нового года, поэтому хотелось бы увидеть ваши светлые лица, то есть улыбающиеся лица. Ну, улыбнитесь мне, ну, пожалуйста, вот хочется видеть. Вот, здорово. О, Карина, молодец. Посмотрите на Карину. Вот так надо улыбаться. Вот она, Карина. Встань, Карина, погодите. Не хочешь, ну, хорошо. Друзья, написано в Писании, вы ничего не можете делать без меня, так сказал Господь. Мы встанем и помолимся пред Господом. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя в этот прекрасный вечер. Ты вновь позволил нам собраться всем вместе. Вновь позволил нам, Господь, прославить имя Твое, возвеличить. Но мы понимаем и мы знаем, Господь, что без Тебя мы ничего не можем делать. И просим Твоего благословения. Благослови, Господь. Благослови этот ход служения. Особо прошу Тебя, благослови группу прославления. Да будет Твое благословение над ними. Благослови всех нас, Господь, предстоящие служения, которые будут здесь происходить. И там, в подвале. Господь, я очень прошу Тебя, благослови. Мы на Тебя уповаем и просим Тебя. Во имя Господа Иешуа. Аминь. Друзья, давайте восплещем Ему. Замечательное время. Мы сейчас будем петь еще не менее замечательную песню, что нам всем хорошо и приятно быть вместе. И самое главное, помнить, что Бог, Он номер один. Все это классно, песни, это здорово, сценки, все здорово, свечки здорово, но Бог самое главное. Это вообще то, из-за чего мы сюда все пришли. Аминь. Yes.
еще раз все вместе споем. Как хорошо, как хорошо. Не смешно. Всем, кому хорошо, давайте петь. Как хорошо, как хорошо. Thank you.
It's who I am.
Я твой сын, ты покой на всех путях. Ты покой во всех путях. Ты благой во всех путях твоих. Ты покой, ты благой во всех путях, во всех. Ты благой во всех путях. Мы любим тебя. Ты благой во всех путях своих.
Yeah.
Господь, вот хочем ли мы, чтобы Господь восстал вот в нашей стране? Аминь. Давайте споем, как будто мы действительно хотим. Давайте, может, все заново начнем. Может быть, мы сюда человек 10 на сцену поставим для подмоги? Хор мужской был. Мужской хор, чтобы здесь. Будьте добры, пожалуйста. Человек 10, сходите сюда еще. 10-15, могу 5 мест. Да, можно без микрофона просто, чтобы... Аминь. Аминь. Аминь.